Но она у меня широкая. И когда сильный ветер, она, короче, задувает вот эту вот. Короче, мне вообще не тепло. А сейчас у нас снег, минус 18. Нужно что-то длинное. Я подумала, что это пальто длинное. Даже если оно не будет открыто, можно носить типа, какой-нибудь свитер просто с высоким горлом, одевать какой-нибудь такой, надеть, короче, длинный такой шар, теплый, что же это.